13 декабря на базе общей образовательной школы номер 3 города Амурска прошел третий этап районной комбинированной военно-спортивной игры «Патриот». Военно-спортивная игра «Патриот» посвящена празднованию 69-й годовщины победы в Великой Отечественной войне. Команды учащихся школ номер 2, 3, 5, 6, 9 города Амурска, поселка Известковый и поселка Тейсин со всей увлеченностью, свойственной своему возрасту, отдались игре. Несмотря на свою поучительную и воспитательную роль, каждая игра имеет задачи, а пути к достижению должны оставаться для ребят притягательными и интересными. После двух этапов районной военизированной «Патриот» у нас три команды, можно сказать, набрали одинаковое количество очков. Поэтому борьба идет очень такая энергичная. Команды, которые добавились к нам в этом году на районные соревнования, показывают все хорошие результаты. Занятия физкультурой, занятия спортом должно, конечно же, идти в первую очередь из семьи. Это идет подготовка к военной службе. А военная служба без физической подготовки никуда. Ребята должны быть крепкими, сильными, выносливыми, быстрыми. Третий этап проводится как военный блок. Он включает в себя пулевую стрельбу из пневматической винтовки, 3 пробных и 10 зачетных выстрелов. Также сдача норматива на неполную разборку-сборку автомата Калашникова, снаряжение магазина, одевание противогаза коллективно и индивидуально. И заключительным этапом игры – надевание на время общевойскового защитного комплекта. Каждая игра преследует определенную цель. В ходе игры мальчишки и девчонки приобретают навыки сборки-разборки автомата, надевание противогаза. Важное место в военизированных играх занимает патриотическое воспитание молодежи. По итогам третьего этапа по районной военизированной игры «Патриот» по пулевой стрельбе из пневматической винтовки на первом месте команда школы номер 2, на втором – школа номер 3, на третьем – команда школы номер 6. По результату соревнований снаряжение магазина – первое место у третьей школы, второе место у второй школы, третье место у пятой школы. По результатам соревнований сборка-разборка автомата Калашникова, первое место третья школа, второе место вторая школа, третье место пятая школа. Одевание противогаза коллективное, первое место третья школа, второе место вторая школа, третье место школа поселка Тейсин. Одевание ОСК комбинезон, первое место третья школа, второе место шестая школа, третье место вторая школа.